Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить внутреннюю тьму, вторую часть. Мы все так же находимся уже третью серию в этом заброшенном доме, и надо сказать, что между серией я таки собрал вот эту вот карту. Остался один небольшой кусочек, я не знаю, что это нам даст, но, по крайней мере, сейчас я знаю, что нам делать. Так, и что с картой? Это заняло не так много времени, как может показаться, то есть я провозился там, наверное, минут 5-6, просто уже начал присматриваться, что к чему. Между делом я обнаружил интересную вещь, вот эта вот книга, если нажать на нее правой кнопкой мыши, тут обнаруживается вот такой вот стержень. Более того, его можно вытащить, но сейчас я не могу вытащить ключ, пока он в рабочем состоянии. Сейчас я могу вытащить. Мы его можем вращать, но... Но, короче говоря, наш персонаж жалуется, что он не слышит щелчка. Должно быть что-то, что может... что поможет мне услышать звуки, исходящие от замка. И, насколько я знаю, стетоскоп у нас лежит в квартире... в магазине у этого самого книжника. Червей, что ли, там назывался, я не помню, уже несколько дней не играл. Так что давайте мы сейчас отправимся туда, а здесь пока что у меня конкретный затык. В этом здании тут слишком много всего, и я просто не знаю, что с этим делать. Но эта игра такая, я сразу, когда брался, я знал, что это будет сложно. Но, тем не менее, интересно. Больше всего меня радует, что мы выбрали по головоломкам самый простой режим, потому что вот это вот подчеркивание меня просто убивало. То есть, когда выбираешь текст, и непонятно, что нужно подчеркивать, и временами там просто непонятно, а временами еще и баги были по поводу того, что подчеркиваешь то, что нужно, оно не подчеркивается. И дальше было тупо не пройти. Так, ну да ладно, сейчас мы возвращаемся в Инсмут, в Аркхэмент. А там уже посмотрим, что к чему. У этого книжника, в общем, где-то там внизу стетоскоп я видел, когда в последний раз шарился. Я думаю, это нам сильно поможет. Я так думаю. Еще бы загрузки, конечно, побыстрее были. Так, загрузки в этой игре вообще офигеть какие длинные. Долгие просто, елки-палки. Так, мы по-прежнему в городе. Вообще у меня сложилось впечатление, я так-то уже подумал, после того, как я первую пачку серии записал, то есть первые четыре. Что именно в городе мы еще не до конца все сделали. Поэтому давайте осматриваться. Я не помню, где здесь книжный магазин. Как много времени прошло с момента последнего запуска. Так, вот это вот наш отель. От отеля мы шли как-то вот так. Жаль, наш персонаж не умеет бегать нормально. И, так, тут у нас уже выход. А вот тут, по-моему... Или нет? Нет, тут уже... нет, не то. Может, тут этот книжный магазин? Как обычно, я втыкаю. Я настолько редко играю сейчас в компьютер, что просто успеваю забывать вообще все. Все, что можно. Так, тут я не прохожу, по-моему, да? Нет, не прохожу. Тут у нас отель. Отсюда мы пришли с вокзала. Скорее всего, тут где-то, да? За поворотом. Я надеюсь. I hope. Да, вот она. Так. Пир червей. Пир червей пропал. Появился. Пропал. Ладно. Так, книжник. Посмотрим. Что ты нам преподнесешь? Нет, по-моему, я вот на 99% уверен, что где-то здесь я видел стетоскоп. Но я не мог его взять. Поэтому, возможно, я ошибаюсь. Посмотрим. Добрый день. Может, ты мне, кстати, скажешь насчет стетоскопа? Нет. Спасибо, Генри. Мне пора. Пока. Говорили в комментариях, что он очень похож на Говарда Фрэнсиса Лавкрафта. Фрэнсис же, по-моему, он.
Не могу не согласиться. У того, конечно, морда более такая вытянутая была, физия. Но в целом сходство определенное есть. Так, все, какой-то подвал, обожаемый. Прикольная локация, мне понравилась. Кстати, говорили, что вот этот вот рычажок, похожий на ломик, он... На нем пятнышко крови. Просили обратить внимание. Чем мы сейчас с удовольствием займемся. Если игра, конечно, будет побыстрее грузиться. Казалось бы, да, помещение просто малейшее. Какое-то маленькое-маленькое. А грузится, как будто, я не знаю, там целая карта в Battlefield. Так, вот мы пришли. Давайте достанем. Так, как у нас? Все забыл вообще. Полностью забыл игру. Давайте достанем светильник. Катушка, клейки, ленты. Маленький металлический предмет. Так, а где у нас рычаг, кстати говоря? Вот он. Давайте его осмотрим. Так, ну-ка, поворотись-ка, сынку. Ну, не знаю, я бы не сказал, что это сильно похоже на кровь. Но да, какое-то потемнение в районе вот этого соединения, сочленения есть. Так что, возможно, вы и правы. Так, ладно, где моя светильница-то? Я что-то не вижу. Я, блин, сегодня так, я не знаю, вообще что-то жару долго пострашно. Вот она. Это не та игра, в которой это позволительно. Так, игра. Он поможет мне расслышать звуки, которые издает замок обложки. Стетоскоп. Отлично. То есть это надо было сразу все сделать, не выходя отсюда. А я вышел, то есть, как обычно, не заметил. Так, мне советуют скомбинировать стетоскоп и книжку. Так? С помощью этого стетоскопа можно проследить за щелчками замка. Хорошо. Так, теперь что? Теперь у нас, судя по всему, уже все гораздо интереснее становится. Сейчас мы прослушивать будем и на предмет. Ну-ка. Так. Погоди. Вот сейчас вот он в нерабочем. Вынимаем. Так. Ничего не слышу. Ну-ка. Не, как щелчки-то прослушать? Ну вот, допустим. Ничего. Так, приводим его в рабочее состояние. Угу. Хорошо, придется повозить, судя по всему. Так, первое готово. Понял я, как оно работает. Теперь то же самое со второй. Так, подожди, блин. Так, высунули. Вытащили, вернее, не высунули. Так, вот у нас исходная позиция. Поворачиваем один раз. Засовываем обратно. И слушаем. Неправильный звук. Отстой. Так, вытаскиваем обратно. Поворачиваем второй раз. Высовываем. Нажимаем. Вот, правильный звук. Так, с третьей. Та же самая манипуляция. Да, подожди. Так. Третья. Так, сначала на исходную. Блин. Так, ну, допустим. А, ну, все правильно. Так, теперь четвертое. Достаточно просто все было, короче говоря. Так, четвертое. Четвертое на исходной. Засовываем. Проверяем. Звук неправильный. Блин, надо вытащить из рабочего положения. Слишком много лишних движений постоянно. Один поворот. Засовываем. Проверяем. Неправильный звук.
Засовываем. Поворот. Засовываем. Слушаем. Неправильный звук. Отстой. Так, засовываем. Слушаем. Отлично. Четвертая готова. Осталось пятая, шестая. Так, высовываем. Один поворот. Засовываем. О, отлично. Шестая осталась, одна последняя. Так. Пошел. Не про... Открыл? А, ну ладно. Так, воспоминания о былом. Отлично. Книга, упомянутая в том письме, в ней наверняка есть что-то важное. Факт. Так. Что это? Не понимаю, что тут написано. Может быть, это какой-то шифр? Зашифрованная книга. Так, что я по этому поводу думаю? Понятно. Ничего я по этому поводу не думаю. Так. Очень старая модель. Это мы все смотрели. Ладно. Пойдем тогда к Говарду, что ли? Не знаю, как-нибудь у него спросим. Вернее, не к Говарду. Блин, Говард это я. Ну, поняли. Ну-ка. Тут люк. Это что такое? Ёлки! Пасхальное яйцо. Хорошо. Тут у нас Ктулху. Металлическая скульптура, изображающая гибрид человека и осьминога. Супер. Ктулху жив. Так. Офигеть! Некрономикон. Да, блин, бери книгу, ну... Так, ладно. Неужели это и есть пресловутый некрономикон, написанный Абдулом Аль-Хазредом? Так. Я не уверен, что читать ее хорошая идея. Особенно в такой игре. Но давайте попробуем. А, ее нельзя почитать, похоже. Ну ладно. Нашим легче. Я ж, по-моему, сейчас призовем какого-нибудь Ктулхоида на самом деле. Так, ну вроде прочесть не дают. Пасхалку открыли. Совершенно случайно. Я просто заметил на полу что-то ненормальное. Так, подожди. Иди-ка обратно. Закрываться не хочешь, да? Так, ну ладно, ящик куда-нибудь нужно поставить, чтобы он не мешался на проходе. Вот так вот, допустим. И пойдемте к книжнику. Блин, ну прикольно. Мне понравилось. Ну что это за шифр такой или что это, непонятно совсем. Как нам с этим разбираться? У нас вроде... Ну если только вот наш книжник только что-нибудь с этим сделает. Так, ну что, дорогой. Мне кажется, эта книга написана неким шифром. Вам он знаком? Мне кажется, эта книга написана неким шифром. Вам он знаком? Позвольте взглянуть. Да, это шифр. Вы совершенно правы. Все бестолку. Где я найду того, кто мне его расшифрует? Я могу это сделать, но это влетит вам в копеечку. Разумеется, я и не рассчитываю, что вы сделаете это за даром. Хорошо. Я думаю, что это один из тех шифров, которыми пользовались во время войны. Я тогда был связистом, так что должен с этим разобраться. Только мне нужно время. В подвале есть еще одна книга о шифровальных системах времен войны. Принесите ее мне, и я возьмусь за дело.
Спасибо, Генри. Отлично. То есть сейчас мы идем обратно в подвал и ищем новую книгу какую-то. Меня устраивает. Люблю ясность. Поэтому мне этот замерзший дом не понравился. Там непонятно, что делать. А здесь как-то сказали, пошел, сделал. Но игра, блин, признайте, офигеть, какая сложная. Вот эта головоломка. Ну, то есть по меркам квестов-то они нормальные, но все равно. Заковыристо достаточно. Конечно, пока что ничего, чтобы сравнилось с последней головоломкой первой части. Здесь я не встречал, но тем не менее, это какой-то все равно достаточно сложный такой проект в плане головоломок. Так, а где мне эту книгу искать? Тут столько книг. Про шифрование что-то. Кто там что двигает, а? Так, понятно. Тут этой книги нет. А, вот. Книга о Нордбриджской войне. Отлично, это она, похоже, да? И все? Хорошо. Нашел пасхалку. Совершенно случайно. Ну, понятно, да, чем руководствовались данные разработчики. То есть, вот после того, как нашел статуэтку Ктулху, все стало окончательно на свои места. То есть, Лавкрафт, Ктулху, Дагон, или Дагон. Вот это все. До сих пор у меня этот загон там, то ли Дагон, то ли Даган, правильно. Там меня в каждом комментарии, по-моему, поправляли под прохождением Зову Ктулху. Я так и не запомнил. Так, держи свою книгу, уважаемый. Вот, возьмите. Вот, возьмите. Да, это она. Отлично. Посмотрим, что я смогу сделать. Есть прогресс? Есть прогресс? Нет, мне нужно еще время. Пожалуйста, постарайтесь, Генри. Отлично. Спасибо, Генри. Придется подождать, похоже. Что-то еще интересного есть на столике. Какие-то книги какая-то. Телефон. Камера. Карта Архаменда. Так, он мне все это продать, по-моему, может, нет? Хотел бы купить у вас эту камеру. Я бы хотел купить эту камеру. Конечно. Зачем она тебе? Ну, ладно. Хочешь, бери. О, камера, конечно, знатная. Я хочу купить эту карту. Я хочу купить эту карту. Разумеется, она вам понадобится. Что за карта-то вообще? Прогресс есть? Есть прогресс? Нет. Пожалуйста, постарайтесь, Генри. Спасибо, Генри. Понятно. Так, давайте карту посмотрим. Что у нас тут? Это карта Аркхаменда. Значит, гостиница Камфара здесь. Какую-то зацепочку нашел. Генри говорил, это должно быть где-то что-то. А, ну и старый дом я уже нашел. Камфара. Старый дом. Понятно. Так, ну что, долго мне тебя ждать, нет? Давайте попробуем, я не знаю. Выйдем, зайдем в локацию, то есть перезайдем в локацию, и все, наверное, у нас решится. Говорили, что в этой игре это решает часть проблем подобных. Вообще, после первых четырех серий я успел уже пообщаться с людьми, которые проходили эту игру. Они мне дали несколько подсказок полезных, просто чтобы затупов не было конкретных. Поэтому мне сейчас полегче будет, спасибо людям. Вот сейчас, допустим, сказали бы, подожди, мол, там, мне нужно еще время. Так я ушел бы опять в старый дом, там провтыкал бы. А нужно просто
сменить локацию, и, судя по всему, должно помочь. Ну, я не уверен на 100%, конечно. Но вроде как так говорили. И сейчас уже время ему нужно не будет. И после этого, я думаю, нам нужно будет возвращаться в старый дом и как-то там что-то решить, потому что там нас ждет еще куча головоломок, эти следы непонятные, какая-то алхимическая, там вот эта вот формула мы нашли, какой-то шкафчик запертый с костюмами против насекомых. То есть там еще порядком подумать придется. Ну как? Есть прогресс? Есть прогресс? Да. Все именно так, как я и думал. Очень просто, если знаешь, куда смотреть. Правда, полная расшифровка потребует времени. Книга такая толстая. Пока я расшифровал алфавитный указатель. Скажите мне, какие именно главы надо декодировать, и я постараюсь сделать это побыстрее. Ну, оглавление книги. Генри перевел его. Так, ну понятно. Короче говоря, дальше, похоже, мы не знаем, что делать. Спасибо, Генри. Мне пора. Насчет этих там глав и тому подобного. Давайте посмотрим, что за оглавление. Блин, столько вещей в инвентаре, что я уже хочу, чтобы по второму ряду шло. Не так уж и удобно. Воспоминания о былом оглавлении, о ботанике, растения, применяемые в магии, плющи и посленовые, корень, понятно. О магии и демонологии, об алхимии, о машинах, говорящие машины, разумные андроиды, офигеть. Внешний спирт, чё, я хочу почитать эту книгу, слушайте. Обалдеть. Так, ну и что? Все похоже. Возвращаемся в старый дом, но я пока, честно говоря, не знаю, что там делать. То есть вот эту карту мы сложили, но что именно с ней делать, я пока вам не скажу. Сам не знаю. То есть направление, что-то там про направление было, что такой-то цвет такое направление света, такой-то цвет такое. Но как это нам поможет, я пока не понял. Давайте туда отправимся. Да, в принципе, на сегодня, наверное, хватит. А в следующей серии уже пойдем. Вернее, не пойдем, а разберемся окончательно с тем, что там происходит. Так, вот сюда пойдем. Ага. Разрушенный старый дом в глубине печально известного Нортвудского леса. Его история окутана тайной. Да уж, в этом доме находиться не очень-то уютно. Постоянно кто-то вокруг ходит тебя. Так, ну давай. Я вообще не уверен. С этим домом говорили тоже, что-то со сторонами света связано. Но я пока никаких зацепок не вижу, поэтому пойдемте внутрь. Ладно, пойдемте внутрь. Я шатал такие звуки. Я твой звук наушником, а труба шатал. Здесь на улице вообще жуть полная. Особенно, когда я в первый раз зашел и читал эти дневники, а вокруг меня бегали волки. Это было, да, неплохо так. Так, игра. Думай, пожалуйста, быстрее. Да, что это было? Я уж подумал, не подвисла ли она. Игра работает крайне нестабильно. Вот что я должен заметить сразу. Тут без изменений. Все как последний наш визит, да? Карта сложная. Чем она нам может помочь? Кусочки рассыплются. Я не могу их таскать в таком виде. Слушай. Оп, теперь у меня есть целый документ. Отлично.
А с той стороны не мог заклеить, чтобы не перекрывало ничего? Страничка, которую я собрал, сложив из обрывков. На ней есть странный рисунок. Хорошо. Что это нам дает? Разные цвета, разные направления. Пока что непонятно. Так, ну и да, давайте на этом завершим эту серию, а в следующей уже плотно возьмемся за этот дом. Я посовещаюсь с людьми, которые помогают мне в этом прохождении, то есть уже прошедшую игру. Пока что, потому что у меня нет никаких идей, нужно что-то сделать с этим замком. Запирающий механизм. Нужно разобраться с этими следами, которых тут полно. И нужно разобраться вот с этим тайником. Кроме того, тут у нас есть, естественно, эти алхимические препараты, но как именно их собирать? У меня там вроде были какие-то рецепты. Но, честно говоря, не помню. Даже тихо. Металлический пруд. Больше ничего нету. Тут, оказывается, по несколько раз можно нажимать. Похоже, что нет. А, сразу три металлических прута. А может быть... Ну-ка. Оп. Заперто. Так, ну что мне в итоге это дает? Думаете, стержни управляют механизмом замка? Можно попробовать надавить на них или потянуть. Так. То есть мне нужно, чтобы они вот в этой зоне были справа? Хорошо. Да, блин. Отлично. Это было достаточно просто. Конечно, нажимал наугад, но тем не менее. Это секрет. Костюм, защищающий от насекомых. Я не уверен, что он работает. Как костюм может работать? Он либо защищает, либо нет. Не тупи, Говард. Ох ты, ёлки-палки. Лучше снять пока. Насекомых все равно поблизости нет. Так, вешалки. Ну, видите, да, какой поворот интересный. И сколько всего мы тут еще можем получить, раскрыть да разгадать. Так что увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.